НХЛ. Вашингтон обыграл Сан-Хосе, Бостон уступил Нэшвиллу. Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ за понедельник, 4 декабря. Вашингтон, Сан-Хосе, 4-1, 1-0, 2-1, 1-0. Шайбы, 1-0, 16 Смит Пилли, Бигл. Карлсон, 2-0, 27 Овечкин, 2-1, 31 Майер, Браун, 3-1, 39 Коннолли, Кузнецов, Овечкин, 4-1, 51 Врана, Уилсон, Орлов, Флорида, Айлендерс, 4-5, 1-1, 2-3, 1-0, Шайбы, 1-0, 10 Енгл, 1-1, 13 Ли, Пелик, Дехан, 1-2, 25 Хики, Хосенг, 2-2, 28 Игблат, Трачик, Енгл, 3-2, 30 Барков, Трачик, Енгл, 3-3, 36 Нилсон, Чимера, Хосенг, 3-4, 38 Таварис, Лигди, Бейли, 4-4, 45 Мальгин, Макгин, Трачик, Нэшвилл, Бостон, 5-3, 2-0, 2-1, 1-2, Шайбы, 1-0, 1 Смит, Террис, Емелин, 2-0, 19 Смит, Фиала, Экхольм, 3-0, 22 Банина, Арвидсон, Сессонс, 4-0, 24 Фиала, 4-1, 30 Маковой, Кричи, Хенин, 4-2, 44 Хара, Нэш, Бекис, 4-3, 45 Пастрняк, Бержерон, Маршант, 5-3, 46 Форсберг, Еси, Калгари, Филадельфия, 2-5, 1-1, 1-3, 0-1, Шайбы, 1-0, 18 Брауэр, Джиордана, Лазар, 1-1, 19 Филдпула, Макдоналд, Варачик, 1-2, 27 Рафль, Варачик, Гостисбейер, 1-3, 27 Гостисбейер, Рафль, 1-4, 28 Симмонс, Варачик, Кутюрье, 2-4, 38 Монахан, Беннет, Хатеуэй, 2-5, 41 Лаутон, Лиер, Ойл. Турнирная таблица, календарь. По материалам сайта newsgra.com.